Среди многочисленных пожеланий благодарных тебе слушателей нам очень нравятся два. Устроить шоу в павильоне и краш-тест типа Top Gear. Ну, шоу вы сейчас увидите вместе с Автоградом, а краш-тест нет. Сори, лоханулся. Хотя и камера была на заднем сиденье. Но результат сообщу. Два америкоса на гололеде отделались легкими синяками. И особый респект аварийному комиссару энергогаранта и службе разбора ГИБДД. За 20 минут мы разъехались. И объявляется конкурс на лучшего поставщика всего одной расколошмаченной детали для любимой машины автостопа. И в таком озадаченном состоянии мы приехали на праздник, посвященный открытию официального дилерского центра Fiat, что в Автограде на Марджане 9. Сложная задача – работать в хоре различных телекомпаний, но постараемся соригинальничать. С Автоградом нас связывает давняя и тесная дружба, и мы всегда рады различным многочисленным сюрпризам и акциям, и персональной некислой скидкой. Будем надеяться и на персональный автомобиль. Тем более, что здесь их много. А теперь это еще и Фиаты. Позвольте поблагодарить вас за то, что в этот зимний, теплый, наверное, вечер пришли на официальное открытие дилерского центра Фиат в городе Магнитогорск. И в подтверждение официального статуса дилера Фиат хочу поздравить и вручить от лица компании Севисталявто сертификат официального дилера Фиат в городе Магнитогорск. Я уверяю вас, что мы оправдаем ожидания наших клиентов. Они получат тот уровень сервиса и то обслуживание, которое получают все покупатели Fiat в любой точке Европы. Искренне в очередной раз возрадуемся. Молодцы, Северсталь Авто. Российская, хотя и крупноузловая локализация производства приносит свои результаты. Автомобили становятся доступными. Осталось дождаться нормальной западной зарплаты. А по сути события. Очень прилично с точки зрения организации презентации. Приглашенные вниманием обделены не были. Высококачественные напитки и классная закусь не только подогревали интерес к происходящему. Каждый выход на подиум Фиата вылился в оригинальное представление. Скажем честно, половину представленных авто в руле мы уже попробовали. И убедились, конкурентоспособности грузопассажирского добла, приятных как эстетических, так и технических показателях маленькой Мазерати в облике Гранде Пунта. О остальных моделях мы пока читали в журналах, протестируем попозже. И, как пел когда-то Фредди Меркури, «Show must go on». Так «Go on, Автоград», продолжай в том же духе. Наполняй магнитку хорошими автомобилями. Так давай, Северсталь Авто, возьми в конце концов за основу американский полноразмерный седан с мощным двигателем, доведи его до среднеамериканской цены в 22 штуки зеленых, а пропиарить и продать его среднему магнитогорцу в силах автостопу и автограду.